to it. Would you stand in front of a bullet? When you hear it go bang, bang. When you hear it go bang, bang. When you hear it, when it comes down to it. If I put it in your hand, could you pull it? Could you make it go bang, bang? Could you make it go bang, bang? Could you make it? Ребят, привет! Мы находимся на аукционе Араяма Вити. С нами Ахмат Валеев. Это мой дилер в Японии, также известный как Аэровин. 13 лет вы живете в Японии, 11 лет из них автобизнес. И вообще, сколько я работаю с Японией? Я работаю с Ахматом. Это человек, который профессионально переводит автомобили, организовывает всю отправку по Японии в РФ, вся документация. В общем, это тот человек, который делает так, что автомобили выходят вовремя, без опозданий. И сегодня Ахмат нас сопроводит на аукционе Араяма Вити и расскажет нам всю информацию по этому аукциону. Он новый. Да, это новый трактор продается. Так, получается, на бензобаке у него вмятина. Видите, S3 обозначается. Кастом конкретно. Кастомайст. Состояние бомба. 218 тысяч пробег. Сегодня у нас субботний день. По субботам обычно проводится аукцион Араяма Вити, который сосредоточен больше всего именно на грузовой технике. Это коммерческие грузовики среднего, маленького и очень большие грузовики. Автобус. Автобусы. Экскаваторы, трактора, крано-манипуляторные установки, любые виды там некоторых сельскохозяйственной техники, все это имеется. Mm-hmm. Так что я с радостью буду вам рад показать все и рассказать. И также мы сможем с вами оценить вообще работу самого аукциона, потому что только на этом аукционе, предположим, сегодня порядка 4500 автомобилей выставляется только сегодня. То есть это, безусловно, есть и обычные автомобили, которые и проходные, и непроходные, обычно которые покупаются под распил, под разбор. Мы сегодня купили экскаватор небольшой, среднего размера, и мы попробуем его сегодня найти. Трактор. И посмотреть. Точно. Трактор у нас с плугом. Мы попробуем его найти, посмотреть вживую, посмотреть его перевод и как он выглядит внешне. В общем, попробуем найти его. Не отключайтесь. Вот непосредственно сюда в терминал заезжают автомобили, их здесь фотографируют, и уже фотографии выставляются на сайте аукциона. Кстати, честно говоря, мне знаком этот бокс Араяма Вити, у них постоянно один и тот же ракурс, да? И вот первая фотка вот именно вот с этого угла идет. Кстати, вообще есть опыт, ну, вы продавали куда-то отдельно прям краны установки, Россия покупает, потому что у нас уже заказ. Краново-манипуляторные установки я продавал. Непосредственно это было, наверное, даже это было в России, а конкретно, если говорить, это в западную часть. Но потому что дорогой. Их устанавливали на КАМАЗы, на другие там ГАЗы, ЗИЛы и так далее. Но это, опять же, покупали только те, кто действительно разбирается в этой технике. А сейчас, видите, утилизационный сбор же повысили, насколько я знаю. Да, да. Любая небольшая девелоперская компания, в кавычках говоря, кто занимается, им очень выгодно вот этими вещами пользоваться. Их называют же за глазами воровайками, называют еще. Да. Вот. А посмотрите вот на ту же самую технику. Да, это БУ-техника, совершенно верно. Но эта БУ-техника еще может очень долго прослужить. Да. Вот, пожалуйста, сборочные комбайны здесь есть в огромном количестве. Я даже на территории портов СВХ я вообще не видел такой техники у нас. Тракторишки завозят, а вот такую штуку вообще нет. Так, номер лота у нас 8037. Вот он. Это вот он? Да? Как быстро вы нашли его? Ну, Ахмат. Сергей. Вот, пожалуйста, красавец. If you're not afraid of the darkness, I'm a... Что, на комбайнера похож? Ну, здесь подтеки масла только имеются, и все, в остальном очень даже неплохо. Вот подтеки масла на цилиндрах, может быть, незначительные. Все? 335. 335. Ну, грубо говоря, $3000. Да. Техника. Если по сегодняшнему курсу, это в районе там до 200 тысяч рублей, можно себе вот такого взять трактора. В самую первую очередь сельское хозяйство в Японии защищено государством.
И рис здесь, вы когда покупаете, здесь покупается японский рис. И в любом месте, где вы покушаете, рис японский. Нет ничего лучше. На самом деле очень вкусно. Очень широкий выбор сельскохозяйственной техники. Вот это называется, когда страна хочет, чтобы сельское хозяйство росло. Но у нас на самом деле спрос вообще очень большой. То есть, но люди хотят оформленные с документами, а мы не оформляем, мы привозим железо. Но если бы было доступно, реально, просто вообще бы в Россию бы столько завозилось этой техники, которая поднимала бы ВВП всей страны. Ну, машина вся в коррозии, да? Что у нас на аукционном листе? На бензобаке у него вмятина. И вот они обозначены, смотрите, видите, S3 обозначаются. И дальше, смотрите, C2 коррозия. Вот давайте посмотрим, вот это. Вот это означается S3. Тут уже 1, 2, 3. S это ржавчина. S это ржавчина. А вот смотрите, 1, 2, 3. Видите, третий слой, оно, видимо, поэтому S3 его и называют. А вот здесь уже идет уже коррозия. И вот она еще чуть-чуть, и она сыпаться начинает. Вот написано 2 тонны. Да. Японцы загружают 2 тонны и не более. И не более. Потому что написано тонна, это значит, у тебя 2-тонный грузовик. Книга была «Марио Пизо. Крестный отец». Да. Там была такая интересная компания, у него свои грузовики были, он их перегружал. Угу. Да, дороги портились, штат давал свои подряды этому же человеку, который владел транспортной компанией, и они это делают. У нас в России все на этом построено. Угу. Это, конечно, мой досужий домысел. Это можете не прикреплять, конечно. Вот, это титан, очень популярный. Он ржавый, он грязный, рама грязная. У него дырки в полу. Знаете, что мне это напоминает? Я еще пацаном был в старых газах, и зилах, когда гонял. Вот не, они примерно пахли так же. Да. Не, на самом деле, ну, такой работящий вообще грузовик. Ну, вот получается, пол кабины коррозия до дыр. Получается, она есть. Есть такое. Есть такое. Все правде соответствует. На стойках, стойки погнуты. Вот они здесь, какие-то погнутости, видимо, тоже присутствуют. На порогах тоже, вот они, пороги погнуты. Все это имеется. На раме то, что коррозия есть, есть. Кресла вообще разорваны, порваны полностью, изношены. Uh-huh. Очень сильно тоже все это обозначено. Все присутствует, то есть все, что видно, все, что было указано, а потом все то, что не прописано здесь, указано на самой схеме, где прописывается, обратите внимание, вот, по кабине, где коррозия до дыр. Ну да. Потом по самому борту, где коррозия до дыр и где сильная побитость, B3, вот посмотрите, это сильная вмятина побитости. Такой, такой кастом конкретно. Кастомайст, вон у него там эти. Кстати, прикольно сделан. А давайте посмотрим аукционник. Про тюнинг салона написано. Так, ну то, что ржавчина имеется у него вот здесь на самой эвакуаторной установке есть. Левая передняя стойка неровности. Подтеки масла на тормозах. Запасное колесо отсутствует. Погнутости, получается, вот здесь по борту на борту идут. Так, в салоне, получается... Доводка. Ну вот она. Доводка, то, что называется. Доводка написано? Ну, кастомайзинг, это другими говорят. Я говорю, кастом вообще полный. Hand breakout. У него ручки работают. И он стоит, смотрите, на деревяшках. На деревяшках стоит. И вот, видите, отметка сразу стоит на деревяшках. И его на тросе еще подтянули. Ну, японцы молодцы. Что-то вешают эти бумаги, что-то сообщают. Ну, опасно. Без предупреждения никак. Ахмат, ну я делаю вывод, то, что по аукционному листу можно покупать грузовики. Мы посмотрели некоторые варианты, все, в принципе, сходится. Можно ли за дополнительную плату получить инспекцию? Получить дополнительную инспекцию, конечно же, можно. Это стоит, в зависимости, видимо, от того, что будут смотреть, и от сложности самих работ, от 3-5 тысяч йен это будет стоить. Но, по крайней мере, могут проверить работу двигателя, работу тормозов, работу коробки передач, проверить жидкости, проверить, все ли в порядке, то есть ходовой он или нет. Это самый главный параметр. Ну, а все, если говорить о состоянии, вообще стоит ли верить этим оценкам, безусловно. Ну да, я тоже сделал. Потому что здесь проверяют достаточно хорошо. И вообще весь аукционный лист, который есть, представлен вниманию. Надо очень аккуратно изучить и, конечно же, фотографии. Белый дым, черный дым, да. Коробка не работает, все прописано. Но мы встречали такое в переводах. Да. Просто найти, наверное, среди этих машин такой перевод будет сложно. Побегать весь день надо. Но это куча денег стоит. А что это вообще? Что он? А, ну рудовоз.
Это вообще просто, это же его практически не использовали. Да, состояние бомба. Оценка 3,5 Б. А у рудовоза же 218 тысяч пробег. Да. Обратите внимание, какое состояние. Вообще просто. Если грузовики в таком состоянии, с таким пробегом, что там говорить про фарды? У него даже, ну вот скольчик на хроме есть, все. Это, представьте, как за ним ухаживал водитель. И эта тачка возит руду. Да он новый, 547 километров. Ага. А тут пахнет даже еще. Да, комплектация кастом называется. Вот. Пятерка оценка, А-салон. Вот поехал автовоз. Вот автовоз, пожалуйста. Century поехала. Да. Старенькая. В России это вот мотор 1.8, КМ-50. Загрязнение в салоне, загрязнение следы от сигарет на креслах, порванности, потертости на креслах, загрязнение на потолке. Провисание потолка немножко, видимо, есть, да? Есть, есть такое? Есть, да. На оплетке руля потертости, царапины, вмятины по нижней части. А следы от наклейки названия компании? 317 тысяч пробег еще. Вот. Оценка 4ББ. 4ББ. Оценка хорошая. Да, сейчас для ББ что-то... Хотя нормально, наверное. Кресло, конечно, мне не очень нравится, честно говоря. То, что грязновато? Грязновато, конечно. Так, сколот там на лобовом стекле, как обычно отмечены. Загрязнение в салоне есть. У него замененное крыло еще. Обозначено? Замененное крыло. И на двери получается заметный ремонт. Ахмат, как вы прокомментируете? Вот смотрите, вот на ваших Воксе, на Альфардах, на Краунах и на прочих машинах японцы пишут вот такие наклейки, они пишут по-русски. Не раз замечаю на многих моделях. Краун никогда не будет продаваться в России официально. Почему выделили русский язык? Я не берусь утверждать, но ближайшая страна, куда отправляются экспортные автомобили, что же в России? То есть они следят, куда для уходит всех, БУшка. Да, и не только БУшка, и даже целые машины, когда уходят, же то же самое наклеивается. Но это приятно на самом деле. Да. Что Toyota видит, что какие-то модели автомобилей, несмотря на пошлины, несмотря на все запреты, как бы их вывозят. Марч старенький, затуманенные фары, вот лак на крыше облез. А давайте посмотрим. Запасное колесо отсутствует, наклейка названия компании, царапины, вмятины по кузову. Так, сколоткам на лобовом стекле, загрязнение в салоне, потертости на креслах, загрязнение на креслах, потертости на оплетке руля. И смотрим сюда. Вот, видите, они на схеме обозначают сразу H1, H1. Вот это значит, это все затуманено. А это H3, это уже, в принципе, тоже означает затуманено. Ага. Это уже выцветает. H3. Большинство машин, обратите внимание, они без номеров, без техосмотра. Ага. Они уже неинтересны, то есть здешним, скажем, японцам это уже абсолютно неинтересны будут эти автомобили, в силу того, что они состарились. Содержать такой автомобиль очень дорого. В общем, погуляли по Арай Яма Вити, посмотрели, как все организовано. Мне сначала показалось немного, по сравнению с USS Tokyo, как-то все просто, как-то кустарно, но на самом деле очень большой аукцион, очень все серьезно, очень большой выбор грузовиков, маленьких, больших, какой-то спецтехники. Спасибо Ахмату, то, что он нам попереводил, посмотрел автомобили. В общем, стало понятно, что на Арай Яма Вити можно покупать автомобили. Поэтому, ребят, подпишитесь на канал, не пропустите и поймите вот эту всю кухню аукционов Японии, разберитесь благодаря нашему контенту. Можно ли автомобили покупать дистанционно, либо все-таки это как-то немного диковато в России? Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите свой комментарий, вообще то, что думаете, понравилось вам, не понравилось это видео. Увидимся в следующей серии про Японию. Пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии.
Компания «Сфера Кар». Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.